Всем привет, ребята! И вы на канале Bogus Game. Сегодня мы с вами будем мочить соточку зомби. Да-да-да, ребята, соточку зомби сегодня замочим. Пойдемте скорее на спаун, где они спамятся. Вот здесь мы встанем, я думаю. И все, и понеслась. Все, у нас стреляет, все, огонь. Все, ребята, поехали. Во-во-во-во, лезут. Смотрите, 5 зомби. Уже двоих, кстати, замочили. Это всего первая волна. Так, и еще два. Все, уже четверых мы уже все прикокошили. Так, где же он прячется? Вон он идет, смотрите, без руки, ребята. Е-е-е-е. Закупочка. Нет, давайте, да, я думаю, подождем все-таки. Патронов у нас пока хватает патронов. Еее, все, понеслось, ребят, смотрите, Санта какой-то, о-о-о, все, получил он в голову, что за шериф был, сколько много полицейских, смотрите, да, это какой-то фермер, бьет нас, на, получай, и еще, опа, все, есть, волна закончилась, ждем. Чтобы нам, кстати, пройти на следующую локацию, нам нужно всего 1000 накопить. У нас уже есть 862. И это, в принципе, не так много, как нужно бы. Так, вот, уже получается у нас третья волна и 7 зомби. Интересно, будет с каждой волной увеличиваться, либо нет. О, что-то... А, вон, смотрите, какой он получается. Он идет... Какой-то... А, он радиоактивный, получается, наверное, был. 4 зомби осталось всего. Вот они, в принципе, все идут. Сейчас попробуем их с помощью этого ключа убить. Да, получает с 2 ударов. Так, мы дотягиваемся, что ли? А, не, дотягиваемся. Так, пойдемте закупимся. Сейчас посмотрим, что нам хватит. Примерно на 1500. Ну да, думаю, за 1500. Оу, дробовик, давайте, да, его возьмем. Я думаю, он очень классно стреляет, дробовик. Быки, наверное, будут прямо отлетать сильно далеко. Так, волна сейчас уже начнется. 5 секунд, 4, 3, 2, 1, все, понеслось, ребята. Там уже, кстати, Санта, походу, бежит. Но что-то он не добежит, кстати, сейчас бы пока бы ждал его, уже бы другой пришел. Здесь... О, кто... Оу, щич! Кто? Тут такой? Как он тут оказался? Почему-то я его пропустил. Он, походу, тоже очень шустрый. Потому что, видите, вот эти, кстати, медленно идут, а Санта... Оу, сразу двоих. Санта. Вот, видите, смотрите, он быстро бегает. Он, то есть, всех обогнал. На, получай. Все, волна закончилась у нас. Я думаю, можно подзакупиться аптечкой, наверное. Аптечечка бы нам не помешала, кстати. Патрончики. Дробовик, в принципе, есть еще, так что аптечка, да. Все, погнали. Все, приготовимся. Что я, кстати, с ключом? Почему я с ключом стою? Никто не знает. Или попробуем с ключа? О, по-моему, это не очень кажется затея, мне кажется. Мы сейчас попробуем. Кто-то уже, походу, сзади, нет? Да, какой-то спортсмен еще. Воу, с ножом появился. Да я в него 2 раза из дробовика выстрелил, ему хоть бы хны. На 3-й раз только. Это вообще прямо на изи, ребята, отлетают они. Нужно аптечек нужно, меня сейчас покоцали, в принципе, так нормально. Еще бы чуть-чуть и меня бы убили, и не получилось бы убить 100 зомби. Здесь, в принципе, патронов нормально, здесь. Ну да, наверное, ничего не стоит больше покупать, в принципе, ни на что больше и не хватит. Все, понеслось. Так, где зомбаки? Он бежит, смотрите, как быстро.
Воу, сколько же я в него выпалил, прям много. Так. Какой-то преступник, прям с одного раза в голову, хедшотик выписал ему. Давай, подходи, на. Можно перезарядиться. Чуть-чуть, ну вот. Добавить еще один. Это вообще, наверное, можно было, в принципе, я думаю, с ключа убить. Все, волна начинается, понеслось. Вон Санта уже опять бегает. О, опять тут. Как ты так быстро-то прибегаешь? Вообще, ты самый быстрый, мне кажется. Так. Прям хедшотиками, о, как далеко. А вот это, смотрите, два раза пришлось ударить. Тоже уже тут. Как вы приходите-то? Перезарядочка. Оп. А, в этот раз не перезарядился оружие. Нужно будет перезаряжать оружие, пока волна, пока дается время на перезарядку, нужно перезаряжать все оружие. Что-то ты очень там долго. Мне кажется, он, ребята, танцует. Все, танцор Санта натанцевался, ребята. Он просто натанцевался. Он просто танцевал, мне кажется. Просто бегает такой ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Волна. Все, ребята, кстати, за боков 11 особо не прибавляется, если вы заметили. Но волна уже 8. Вот это, кстати, самые шустрые были, надо его с ключа. Добавить щучек. Долго он будет перезаряжать его. Давайте так вот. Главное не забывать юзать аптечку. Если ее забывать, то все, сразу же хана будет. Придется, кстати, всю игру заново начинать. То есть докуда бы мы дошли, даже получается, если мы дойдем с вами до четвертой зоны и умереть, это все. Это конец, ребята. Аптечки, патрончиков, конечно же. В этой серии нам нужно с вами убить 100, да, целых 100 зомбаков. Кстати, уже убили 63, если вы видите. Еще, в принципе, если по 11, ну, где-то 4 волны. Я думаю, мы с вами, наверное, осилим. О, уже штыш. Ты ж тут уже ж. Так, клоун какой-то. Его, кстати, не было. Он появился только сейчас на 9-й волне. Я думаю, где хохочет он? Так, один последний остался. И вот, да, можно с ключа. Главное попасть. Вот. Вот это его отрикошетило. Вот это да. Такой интерьерчик тут, да? В принципе, даже это и не страшно вообще. Воу! Воу! Еще и кидается, главное. Кстати, денег за него не особо много. Хотя, в принципе, нормально, 230. Я думал, за всех больше дают. Вот это самый такой опасный прям тип зомби. С ножом. Все, есть. Но, кстати, вот с этой быстро как-то волной мы расправились. Кто заметил, сколько было зомби в этой волне, пишите в комментариях. 74 зомбака у нас уже. 74. Пока, кстати, не особо замечаю с новым пистиком. Нет, мы не будем пока покупать то, что он быстрее как-то убивает, потому что патроны к нему дороже стоят, раза в два. То есть, в принципе, патроны, я как понимаю, он должен быстрее убивать. Все, здесь всего 5 зомби, бот, 11-я волна, что-то очень мало. Так, там, по-моему, какой-то новый идет. Это раньше я его не особо помню.
И, кстати, прикол в том, что, смотрите, если убить зомби, отвернуться, повернуться в эту сторону, то зомби не будет. А если не отворачиваться, то зомби остаются. То есть, если стоять, встать куда-то в одну точку, и они будут приходить, то их будет целая гора. Можете, кстати, сами попробовать. А если вы чуть-чуть в бок, то есть уберете, чтобы камера не видела зомбаков, то, соответственно, зомбаки пропадут. Вот оп, не, и нет, уже видели, да, зомбаков? И нет уже сразу. Если бы я не отворачивался в другую сторону, они так бы лежали. Оп, и нету зомбака. Видим, он оп, лежит. То есть мы его видим, пока наша камера его видит, они есть. Сейчас назад пойдем, его уже их не будет двоих. Это тоже какой-то тусер-джусер у нас тут бегает, все. Поэтому мы быстрее как-то попали. Перезарядочка. Ждем, 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 ждем новую волну. Все, приготовились. Оп, хедшотик, хедшотик. Так, там никто не бежит. О, радиоактивный походу идет. Надо его прям очкануть. Этот готов. Воу, я уже думал, тебя с одного раза как-то. Ты какой-то сильный. Волна закончилась. Перезарядочка, конечно же. Теперь нужно перезаряжаться, не забывать. 92 зомби. 92 зомби уже прикокошили. Так, в принципе, все нам уже хватит, наверное. Оу, да, вот этот мы возьмем магнум. Магнум 44 мы возьмем. Я думаю, он будет прям вообще здорово стрелять. Бежит, бежит. Оу, ты уже тут, что ли? Опа, кстати, хедшотик, как он выписал. В принципе, нормально, нормально. Он мочит так. Так, не попали. Так, так. Так, хедшотики. Оу. Раз, два. Все, перезарядочка, успеем. Оп, воу, это случайно было, это было все случайности. Перезарядиться нужно все. Плохо, что тот писик не остается и магнум, то есть вот эти получаются под каждое. Я, конечно, знаю, под чего они примерно, но вы узнаете в следующей серии, если вы, конечно, хотите следующую серию. О, радиоактивный, но мы сейчас... Да что такое-то? Да как вообще? Да что такое получается? Аптечку, аптечку, аптечку. Уже одна аптечка осталась. И зомбака. Раз, два. И третий. Не особо удобно, если честно, управлять, ребята. Бро, если ты хочешь предложение про зомбаков, то ставь лайк. Всем пока. Всем бро-добро. И не забудь подписаться на канал и нажать колокольчик. А также ты можешь оставить свой комментарий.